Ранним утром в понедельник в зоопарке еще пустуют, посетителей пока нет. Животные решили выйти и погреться на утреннем солнце. Зоопарк перешел на зимний режим работы. А вольеры пар бурых и гималайских медведей пустуют. Животные разошлись по своим берлогам на зимнюю спячку. Если для гималайских медведей спячка в середине декабря в порядке вещей, то вот бурые, Маша и Миша, в этом году удивили. Бурые у нас ложатся чуть позже. В этом году они у нас легли раньше, потому что морозы начались раньше. И мы им готовим им берлоги, утепляем их, туда солому побольше. Ну и они ложатся, мы их закрываем, и все. Ну, каждую неделю мы их стараемся проверять, чтобы они это нормально себя чувствовали. Подкармливаем, подпаиваем их. Маша и Миша уже родители опытные. После прошлой зимовки они вывели из берлоги сразу троих активных и игривых медвежат. Их можно считать старожилами зоопарка. Они содержатся в нем с самого его основания. А вот гималайские медведи Варя и Эдгард в Саранском зоопарке не так давно. Косолапые содержатся в одном вольере, и сотрудники зоопарка надеются, что к весне эта пара принесет потомство. В этом году вот мы сами пока не знаем, будут или нет. Это будет только известно после новогодних праздников. В зимний период у нас животные не рожают обычно весной и летом, потому что тепло. У животных тоже как бы свои периоды, и они стараются рожать в теплое время года. Зима не время для бэби-бума в зоопарке, и все же посмотреть там есть на что. Теплолюбивых обезьян, кроликов и некоторые виды птиц переместили в теплые помещения. А те, кому холод не страшен, укутались в теплые меха, гуляют по вольерам и ждут в гости посетителей. Валерия Никитина, Станислав Семин, «Народные новости».